из Ленинградской области переносимся в Московскую. Здесь, в деревне Яковлево, появился серийный убийца коров. На днях у фермера пропал бык. Оказалось, это злоумышленники увели животное в лес и убили. Вот убили здесь. Ночью, с пятницы на субботу, 11:30 ночи, выстрел. Два выстрела было. Вот кровь тут, видите, вот остатки крови. Вот тут пенек стоял, мясо здесь прям рубили, разрубали. Пенек вон откатили в сторону, вон он в крови весь. Неизвестные ночью пробираются на ферму. Забирают в основном крупный рогатый скот, убивают животных в лесу двумя выстрелами в голову. Забирают все мясо, а потроха оставляют на месте. По словам пострадавшего фермера, его животных убивают каждый год, уже больше 10 лет. В первый раз похитили сразу 12 свиней, забили их ломами и лопатами. Мясо тоже забрали. После убили 6 баранов, из-за чего фермер отказался их выращивать и разводить. Кому и зачем это нужно, он не знает. А полиция района уже несколько лет не может поймать серийного убийцу животных.